всех подписчиков нашего канала. Сегодня в нашем видеообзоре вот такие вот ботинки от компании Bestart, модель Alphabet. Что собой представляют данные ботиночки, давайте с вами рассмотрим. Данная модель предназначена для детей и подростков. Выпускается в размерном ряде от 27 до 39. То есть в данный момент модель 39 размера самая большая в этом сегменте. Данные ботинки предназначаются для несложного трекинга, для походов выходного дня, в лес, на рыбалку, ну, куда подобное. Ну, можно по городу, пожалуйста. То есть такая универсальная модель, скажем, на каждый день и для отдыха на природе. Выполнены они внешне, как мы видим, из ноутбука, со вставками из кордюры, что позволяет в летнее жаркое время хорошо вентилировать ногу. Спереди мы видим довольно хорошо обрезиненный носок, что позволит, скажем, на каменных грунтах, или в горах, предположим, в Карпатах, или в лесу, не обить кожу на данном ботинке. Подошва фирмы Vibram. Протектор не сильно глубокий, то есть, скажем, такой средний, но, в принципе, приемлемый достаточно для походов. Шнуровка крепится к ботинку с помощью металлических петелек. Ботинки довольно мягкие, голенище выполнено хорошо. Приятно будет облегать ногу, не будет натирать. Сзади имеется крючок, точнее, петелька для удобства надевания. Данные ботинки имеют мембрану Gore-Tex, что позволит их использовать в плохих погодных условиях, при дожде, скажем, и тому подобное. И, скажем, за счет того, что, как мы видим, язычок прошит полностью вместе с ботинком, то есть он не имеет разделения между ботинком и язычком, то данные ботинки, скажем, можно ходить спокойно поверх, вброд, речку. Стелька. Ортопедической формы, как мы видим, с небольшим супинатором, выполнена из пористого материала, без вентиляционных отверстий. Внутри, как мы видим, ботинок выполнен из мягкой, приятной на ощупь ткани. Вот такой вот он ботинок для детей и подростков, но тем не менее довольно качественно выполнен. Данную модель можно приобрести в нашем магазине. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео и приобретайте, конечно, в нашем магазине. Всего самого лучшего. Счастливо.